Будущее за новейшими технологиями. Разработки в большинстве своем практикоориентированы, а потому призваны упростить жизнь человека, сделать ее более комфортной и уютной, сокращая при этом риск для здоровья. В Брестском государственном техническом университете понимают необходимость таких открытий, поэтому поддерживают изобретения молодых специалистов. В эти дни все внимание гостей вуза приковано к выставке, организованной кафедрой интеллектуальных информационных технологий и студенческой научной исследовательской лаборатории робототехника, конструкторские решения которые не перестают удивлять как простых обывателей, так и знатоков роботомастерства. Выставка длительная, она длится в течение недели. И я думаю, что ее успеют посетить и студенты, и школьники, и учащиеся наших профессионально-технических учреждений. И хочется отметить, что работа ведется очень долго уже, то есть эти проекты существуют по 5-6 лет. В частности, наша лаборатория существует с 2009 года. Разработки по защите информации ведутся с 2007 года. О работе лаборатории брещане, гости города над Бугом, знают не понаслышке. Именно этому научному сообществу принадлежит идея организации ярких и необычных соревнований «Роборейс», которые уже который год удивляют гонками моделей роботов из разных стран мира. Развитие этой отрасли обосновано. Именно за ней будущее экономики и промышленности. Она поможет сократить расходы на оплату труда, оптимизировать новые технологии и выведет промышленную сферу на новый уровень. Кроме того, подобные разработки вскоре будут использоваться и в сфере медицины. Система диагностики ишемических транзисторных атак и система диагностики эпилептической активности. Система диагностики ишемических атак представляет собой программную реализацию, позволяющую врачам правильно диагностировать ишемические заболевания и тип ишемических заболеваний. На основе анкетных данных, предоставляемых пациентами, уже в кратчайшие сроки, в течение 20 минут, система выдает сообщение о наиболее вероятном векторе развития заболевания. На своеобразной выставке достижений гости мероприятия смогут узнать об особенностях создания роботов, их программном обеспечении и рациональном использовании. Своими глазами можно будет проследить за процессом работы роботов. Подобные выставки помогут ученым эффективно обмениваться опытом, а также популяризировать научно-техническое творчество в среде молодежи.